Экстраба, у меня зовут Ликей, вы смотрите канал Да 5 и шоу По Факту. И сегодня я поведаю вам о 10 потрясающих природных явлениях. Лего, 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 лего! Лунная радуга — это радуга, которая получается в результате не прямого солнечного света, а отраженного от Луны. В основном лунные радуги не такие интенсивные, как обычные, и человеческий глаз не может различить их цвета. Она нам кажется белой, но цвета хорошо видны на фотографиях с длительной экспозицией. Вымеобразные облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов. Они имеют специфическую ячеистую или сумчатую форму. Облака являются проявлением неустойчивости Рэлея-Тейлора. Тройная радуга формируется, когда солнечный свет отражается от капель воды в воздухе. Иногда, когда солнце прорывается сквозь темные грозовые облака во время сильного ливня, создается более одной радуги, которая видна только на темном фоне. Облачная дыра, она же дырообразная полоса падения осадков, возникает, когда что-то вроде пролетевшего самолета, обычной пыли или осадков из более высокого слоя нарушает покой облака из сверхохлажденных водяных капель, остающихся жидкими даже при минус 40. Из-за цепной реакции вода превращается в лед, падая вниз и делая в облаке почти идеальную дыру. Облака Кевина Гельмгольца возникают при разности скоростей соседних слоев воздуха. Такие облака хороший индикатор атмосферной нестабильности и турбулентности для самолетов. И вновь облака, теперь лентикулярные. Появление лентикулярных облаков свидетельствует о том, что в атмосфере присутствуют сильные горизонтальные потоки воздуха, образующие волны над горными препятствиями, а также о том, что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Обычно это связано с приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов. Характерной особенностью этих облаков является то, что они не двигаются, сколь бы ни был силен ветер. Огни Хиздалена. Это необъясненный феномен, который происходит в Норвегии в долине Хиздалена. С 1982 по 84 года это явление наблюдалось 15-20 раз в неделю. С тех пор частота появления огней снизилась, и теперь их можно наблюдать 15-20 раз в год. Эти огни бывают белыми, желтыми или красными. Продолжительность явления длится от нескольких секунд до часа. Иногда огни двигаются с большой скоростью, а порой медленно плывут по небу. Вспышки в околоземном космическом пространстве, стратосфере, мезосфере и термосфере, направленные вверх, вниз и горизонтально, очень слабо изучены. Они подразделяются на спрайты, джеты и эльфы. Окраска вспышек и их форма зависят от высоты, на которой они происходят. В отличие от наблюдаемых на Земле молний, эти вспышки имеют яркий цвет, обычно красный или синий, и покрывают большие пространства в верхних слоях атмосферы, а иногда простираются до границы с космосом. Ползущие или движущиеся камни — геологический феномен, обнаружены на высохшем озере Рейстрек Плайя в долине смерти в США. Если вы посетите это необычное место, то обязательно заметите следы, которые неизменно приведут вас к многочисленным валунам и крупной галике, весьма и весьма удаленным от их первоначального местоположения. Камни передвигаются без всякого участия живых существ. Скользящие камни в основном попадают на дно высохшего озера с высокого доломитового холма, и их вес может доходить до нескольких сотен килограмм. Интересно то, что камни приходят в движение всего один раз в 2-3 года. Так почему же двигаются камни? Вода, скапливающаяся в дождливый сезон в южной части озера, разносится ветром по дну высохшего озера и смачивает его поверхность. В результате твердая глинистая почва сильно размокает, и коэффициент трения резко снижается, что позволяет ветру сдвинуть с места даже один из самых крупных камней весом около 350 килограмм. Вулканическая молния появляется во время грозы, которая происходит в центре извергающегося вулкана. Ученые не уверены на 100%, почему это происходит, но основная теория гласит, что когда вулкан извергается, он выбрасывает положительно заряженное вещество в атмосферу. Затем оно реагирует с отрицательными зарядами, уже присутствующими в воздухе, что приводит к молниям и действительно шикарному зрелищу. Сегодня стартует розыгрыш iPhone 7, который проводят каналы-партнеры. Переходи по ссылке под видео на этот сайт, жми «Участвовать в конкурсе» и получи свой номер участника. Забери по этому номеру 2 гарантированных подарка, а финал конкурса смотри на этом же сайте 24 июня. Желаю удачи! Я буду рад, словно огни Хиздалена объяснили, если ты подпишешься на канал, а также предлагаю тебе посмотреть, как ютуберы угадывают упоротые загадки с подвохом и 10 потрясающих вещей из 90-х.